был Петин еще с документами взять. Документы. Трофейная техника. Казак. Бронемашина. Смотрите. Бронеколеса, которые могут на сдутых шинах двигаться. Все двигается. Десантный отсек на трех человек. Стулья. Подставка для пулеметчика. БТР украинский. Вот еще. Буцефал. Я не знаю. Завод КРАС, пожалуйста, делают. Вот вам. Вот БТР. Техника вся новая. Посмотрите. Очиститель воздуха. Десантный отсек. Все есть. Удобные места для стрелков. Все показано, как открывается для тупых. Да, интересно. Интересно. А вот здесь колесо выдерживает. Колесо выдерживает подрыв двух противотанковых мин и едет дальше ТМ. Буцефал. Коробка автомат. Подкачивающиеся сиденья, чтобы удобно было. Хопки. Водителя и командира. Вот, ну и хочу сказать, здесь все изнутри крутится. Вот так место водителя. Аптечка. Сейчас внутренности покажу. Получается, вот место оператора, там командир с водителем, а здесь 7 десантников. Вообще все похоже на офис. Да мы это не хуже делаем, мы можем делать и лучше. Но просто речь о том, что уважение к противнику и конкуренция боевая, она ускоряет, катализирует процесс наших движений к успеху. Чем сложнее у противника, мы должны лучше делать. И делаем лучше.